Готовятся они летом, как в известной пословице. Теплоснабжающие организации города ведут подготовку к предстоящему отопительному сезону. Планируется, что всего в ремонт вложат порядка 500 000 000 рублей. О текущих работах сегодня докладывали главе города. Окончание отопительного сезона мы приступили к подготовке, были сформированы планы ремонтов, утверждены планы в муниципалитете. Согласно этим графикам работаем. В мае месяце, согласно правилам эксплуатации, мы провели гидроиспытание. Было выявлено у нас 149 порывов на тепловых сетях. Ну и планово мы приступили к июне месяце к замене аварийных участков, ну и подготовке к отопительному сезону хотели. В нижнетагильских тепловых сетях уже подготовлены к работе 84% теплоисточников и более 80% насосных станций. Активно ведутся работы и в других теплоснабжающих организациях. У «Тагилэнерго» подготовлены 18 из 22 насосных станций. В Дзержинском районе «Горэнерго НТ» отремонтировало уже более 2,5 километров тепловых сетей из запланированных 4,5. К новому сезону готовятся и управляющие компании. Управляющие компании 53, теми управляющими компаниями подготовлены планы мероприятий по подготовке жилфонда к работе в зимний период, отопительный период 2020-2021 годов, какие работы даже. Но основное это гидропромывка, ремонт оконных, дверных проемов в местах общего пользования. На сегодняшний день работы запланированы на 71 миллион. На сегодняшний день выполнено на 39%, 28 миллионов потрачено. До начала отопительного сезона предстоит отрегулировать более 1000 тепловых узлов в 848 многоквартирных домах. На данный момент я хочу сказать, что все работы, которые ранее планировались, они идут в графике. Вот отставаний у нас нет. Вот, даже по той ситуации, которая у нас достаточно серьезная по контуру Дзержинского района на сегодня, ведется в норме, ведется в тех рамках и объемах, которые тоже ранее были запланированы. Даже учитывая того, что при опрессовке наших труб вот, выявлены дополнительные недостатки вот, или порывы, вот, принято решение все-таки выполнять работы в полном объеме, дополнительно к тем, которые ранее были запланированы. На вагонке, по словам заместителя главы по городскому хозяйству Егора Копосова, ввиду большой изношенности системы теплоснабжения, готовят проект ее реконструкции. Мэрия намерена в сентябре подать заявку в областное министерство ЖКХ для получения финансирования на реконструкцию 8 насосных станций и 40 километров сетей. Это в перспективе. А следующее совещание по подготовке к зиме уже с присутствием руководителей управления социальной сферы проведут во второй половине августа.